После подведения итогов на сцене Большого зала Дворца культуры Яузы состоялось награждение самых активных и неравнодушных жителей городского округа Мытищи, которые ответственным подходом к своей работе или общественной деятельностью делают жизнь муниципалитета лучше. Почти 30 человек вышли на сцену в этот вечер, чтобы получить заслуженные награды, благодарности губернатора Московской области и почетные грамоты главы городского округа Мытищи. Участниками церемонии стали педагоги, специалисты территориальных управлений и, конечно, общественники. Можно выделить две основные группы активистов. Одна из них – старосты деревень и поселков, старшие по домам, работники территориальных общественных самоуправлений. В общем, все те, кто взял на себя обязательства перед своими соседями за состояние населенного пункта, двора или микрорайона. Кстати, обратили внимание, мы сегодня награждали, в основном это ТОСы, это старосты, это активное участие наших жителей в процессах, тех процессах, касаемых городского округа Мытищи. И они действительно активно себя ведут, и с каждым годом становится все более возможным с учетом наших электронных средств. Это Мытищинский ЦУР, Центр управления муниципалитетом, это Добродел, это и целый ряд других электронных средств массовой информации. Вторая большая группа – экоактивисты. На территории округа уже несколько лет идет успешная реализация экологических проектов по переработке отходов, посадке леса и экологическому просвещению подрастающего поколения. После завершения мероприятия съемочная группа Первого Мытищинского пообщалась с участниками торжественной церемонии. Мои коллеги решили узнать впечатления мытищинцев от сказанного Виктором Азаровым и выяснить, развитие каких сфер жизнедеятельности волнует их больше всего. Самое главное – это дети. Вот для меня очень радостно, что открылись многие детские площадки, что очень много кружков спортивного плана, творческого направления. Это очень радует, что дети не бездейственны, что они все время под присмотром, что они занимаются любимыми своими направлениями. Конечно, благодаря родителям и благодаря нашим усердием обоюдным, я думаю, что как раз из них могут вырасти будущие наши звезды. Общение с народом у власти есть. На самом деле добавить больше нечего. Пока все отлично. Сложно выделить какую-то одну из сфер, потому что качественная жизнь складывается в совокупности из разных направлений развития территории и человека в целом. Будем верить, что в 2020-м мы поработаем еще лучше. Меня как жителя Мытищи, безусловно, волнуют процессы образования. У нас двое детей. Развитие инфраструктуры, новое жилищное строительство. Безусловно, важным вопросом является привлечение в городской округ Мытищи новых инвесторов. Жилые массивы у нас уже строятся, современные. Очень хотелось бы, чтобы школы их догоняли, и перспективы, и планы есть. Большое спасибо нашей администрации городского округа за эту работу. И мы видим, каждый год у нас открывается минимум одна школа, новые детские сады. Это очень важно для общества.